Мы на прошлой неделе проезжали по дворам, которые были отремонтированы в прошлом году, позапрошлом. Везде очень много проблем. Будет ли как-то это решаться? Потому что и по Тернавской 75-57 там очень много всяких вопросов. И трещины уже на асфальте, и бордюр проваленный. Вчера бы нам прислали фотографии по улице Саратовское шоссе. Тоже там даже тротуар уже провалился. В других дворах мы еще пока не были, но мы туда обязательно съездим, потому что люди пишут, только выходит сюжет, и люди уже начинают писать: а посмотрите этот двор, посмотрите этот двор. Кто-то будет выезжать и смотреть. И то же самое касается улицы Комарова. Там идет огромная трещина вдоль всей дороги. Скажу вам, что еще 2 недели назад такое поручение было дано. 3 недели назад, 2 недели назад комиссия ЖКХ и вместе с депутатами проехали все дворы, составлено 37 замечаний. Все замечания переданы подрядчику в рамках гарантийного срока. И с 1 июня, в ближайшие 2 недели июня, все замечания, которые были выявлены, о которых уже, так сказать, уже сказал до этого 37 замечаний, они будут все исправлены. Ну, просто хотелось бы отметить, что 37 замечаний, у нас по одному двору было 37 замечаний. А здесь всего по всем дворам это как-то, ну, может быть, невнимательно посмотрели или не все учли. И по поводу Комарова тоже можете пояснить? Там тоже ее проверили, посмотрели, эту трещину увидели? Значит, по поводу Комарова все видели. По поводу всех дворов есть гарантийный срок 5 лет, поэтому будут переделывать так часто, пока не закончится гарантийный срок. Если у подрядчика достаточно средств делать плохо и переделывать по несколько раз в год, ну, значит, будет переделывать 5 лет подряд, по несколько раз в год. И требования со своей стороны, стороны администрации, мы не ослабевать не будем. Тарнавская 75, отдельно обратите внимание, и вместе со всеми депутатами будем в том числе проверять приемку уже выявленных или отработанных замечаний.